Добрый вечер, я Федюн Федор, со мной футболист мечты Гена Гоголев. Мечта, к сожалению, сегодня проиграла 0-5, к сожалению, для Леонида Риханова. Да, и для меня то, в том числе, к сожалению. И для Гены в том числе. Гена обещал 2 забить труп. Ну. Ген, как думаешь, сегодня, может, был какой-то недонастрой, может, уже заранее считали, что проиграли эту игру? Ну не, мы хотели выйти побороться, но первые два мяча очень сильно подкосили команду. Потому что вначале неплохо бегали даже пацаны. Да, вообще первый тайм лучше второго да, был. Да, отлично сыграли первый тайм, первые моменты были, но как-то все хотят индивидуально выделиться. Выходим 3-1, простите меня, у нас человек с центра бьет. Но это с этим тоже работать и работать. Мы 4 матча копим силы на игру с воздухом. Понятно, спасибо. А с воздухом? Кубок у нас с воздухом. 1-4. Среда 9:30. Приходите за нас поболеть, пожалуйста. Точно. Вот какие дела получаются. Слушай, но все же получается, с Шанхаем все-таки как-то комфортнее пить лимонадик, чем на футбол играть, да? Отличные ребята. Мы с ними так хорошо выпили лимонадик. Я хочу еще раз, честно говоря. Меня напоили. Тебя тоже, да, наверное, сегодня угощали, Федь? Конечно, да. Все отлично. Нас угостили с тобой. Большое спасибо Шанхаю за угощение. Классный проведенный предработный вот этот часочек. Да, им спасибо за прошлый раз. Слушай, ну, я помню, ты говорил на пресс-конференции у Шанхая, что там, если залетите в топ-7, будет уже здорово. Ну, это изначально, нет, мы сейчас рассчитываем на топ-5 минимум. На топ-5 минимум? Да, я думаю, мы сможем сыграть на уровне Golden Knights, на уровне всех тех, кто сейчас претендует на перегар 2, хоть они нас и выиграли 3-0, но я думаю, мы в будущем зацепимся. Сможете за пятерку зацепиться. Ну, хорошо, спасибо большое, Ген. Тебе спасибо. Теперь жду Эдуарда, обматывайся во флаг. Да.